недорогой проектор для домашнего кинотеатра. В этом видео поговорим о проекторе Cactus CS Pro 09BW XGA-W. Комплект поставки включает в себя проектор, набор кабелей, пульт дистанционного управления, салфетку из микрофибры и документацию. Корпус проектора компактный, сделан из черного пластика. Сверху находится панель управления. Вперед вынесен объектив со встроенным регулятором зума и фокуса. Сзади и сбоку расположены порты. Разъем питания, аудиовход и выход, два порта HDMI, два порта USB для флешек и композитный видеовход. Проектор подойдет для небольшого домашнего кинотеатра. Собственное разрешение матрицы составляет 1280 на 720 пикселей, а максимально поддерживаемое разрешение изображения 1920 на 1080. Яркость 3000 люмен и контрастность 2000 к одному делают изображение отлично различимым даже днем. У проектора есть встроенные динамики мощностью 2 Вт, а также поддержка Wi-Fi подключения. Благодаря ей проектор может взаимодействовать с мобильными устройствами с поддержкой технологий AirPlay и Miracast. Наконец, устроенные лампы большой срок службы – до 50 тысяч часов. Что в итоге? Перед нами недорогой проектор с отличным сроком службы. На нем будет удобно смотреть фильмы дома даже при дневном свете.